When you are inside Russia, it's okay to be a writer, it's great, because people do read books in Russia, and a lot of people write books. Everybody in Russia wants to be a writer. The problems begin when we Russian writers go abroad, because literary agents and publishers, they look at us in anticipation, and you can read in their eyes, are you the new Tolstoy? Если есть там Джонатан Франзен в США или Джиан Барнс в Англии, в России есть писатели подобного уровня и не менее интересные, по которым американцы или англичане могут сверить свой опыт. Вот как мы в России чувствуем, как люди чувствуют себя в Англии, в США, в Германии, в той же самой ситуации. Распадается семья, распадается территория, начинается война, терроризм, любая боль, любая трагедия. Вот это и есть главный хлеб литературы. Вы знаете, дело в том, что Россия – это очень самоцентричная страна. И моноцентричная, скажем так. Аутоцентризм, он вообще свойственен большим странам и большим народам. Сейчас потихонечку эта ситуация развеивается, но я думаю, что это то, что свойственно и американцам, и англичанам. В России, я думаю, главная особенность – то, что Россия очень плохо соотносит себя с миром. Она довольно замкнутая культура вообще, литература в особенности. Россия хочет, чтобы ее услышали. Россия тратит огромные деньги на проекты типа Russia Today. И тем не менее отказывается от огромной массы читателей на Западе. Хотя, казалось бы, культура – это то, что в России действительно есть. Сегодня Россия является для западного мира страной периферийной во многом. Нужно это честно признать. У нас есть нефть и есть литература. Был космос, может быть, что-то еще осталось. Задача стоит перед русской культурой, задача стоит простая. Либо мы опять будем жить в стране чудовищ, и тогда начнут читать наши книги, слушать нашу музыку, покупать наши картины, либо я не знаю как. Я думаю, что русская литература обязательно вернется, как только русские писатели почувствуют, что они должны писать не про Россию, не про русские проблемы, они должны писать про человека. Вот это то, что я хочу делать. Я хочу писать не про Россию, я хочу писать про человека. I just want to ask you to be patient with us. There must surely be a new Tolstoy, Dostoevsky, or Chekhov sometime soon.